Всем привет! Приглашаю вас 1 апреля на трансляцию. Я вас уверяю, будет очень весело. У нас пришла весна, вот я по такой узкой тропинке, сука, продираюсь. Твою мать! Извини, YouTube, я человек честно не хотел. Короче, приходите. Я, конечно, заплачу. Твою мать! Да что, вы видите, что происходит? Я, конечно, запустил тему, но что-то она как-то не очень весело идет. Весна, я так тебя люблю. Вот эти говёшки, которые всплывают. Вот эти мужики, которые машины выталкивают. О, я люблю весну! Вот смотрите, что происходит. Короче, приходите, будет весело. Будем искать, не знаю, ну, девушку мне будем искать, жену. Люди же некоторые находят. А чем я хуже? Так, тут YouTube я честно не хотел. Но понимаешь, тут такая дорога. Пожалуйста, не удаляй этот ролик. Он развлекательный. Все, я по. Итак, мне еще пару километров идти. Если я где-нибудь не уйду на 2 метра по снег, то 1 апреля приходите на трансляцию обязательно. Да, я пошел в сельскую местность за водой. Сэкономил полтинник, называется. Ой, в общем, вот так вот. Тут заминировано. Да, и в комментариях можете писать название чатов, рулеток. Ну, потому что ссылки YouTube не пропустит. Так что обязательно приходите 1, сука, апреля. 1 апреля достаем. Будет, наверное, приблизительно часов 6 по МСК. Так что приходите обязательно. Я манал еще так 3 километра идти. Мы гораздо веселее, чем сейчас. А может быть, интересными людьми познакомимся. Короче, ставки. Что-нибудь ставки, я не знаю, ну. Капец. YouTube сказал записывать эти трейлеры. Это похоже на первоапрельский этот трейлер к стриму. Да, наверное, похоже. Все, уже 18+, я чуть-чуть поставил. Этот ролик должен был получиться на минуту, но из-за особенностей времени года и трассы он чуть растянулся. Блин, это уже затянувшийся подкаст или ролик. Вы должны представлять, чего бы стоило такого года замечательного колодца. Я А YouTube, можно я разочек смотрюсь? Разочек, нет? Я замучился. Ох, тяжело, короче, мне было. О! Так, ну чё? О! Интересного вида нет. Холодненькая! В общем, все приходите 1 апреля. Ну, пока.